Устоял на ногах, Дзюба! Пас, Дзюба! Решай! Ну решай, есть Дзюбочка, гол! Красавец! Халка, вы говорите, что Халк на одной ноге, он на двух ногах! В порядке у него ноги! А он дороже на одной, чем ноги на двух. Это российский футбол. Вы же знаете, что мы как раз по рейтингу догоняем французов. Нет офсайда. Все правильно. И как он протолкнул. И мяч уже был в воротах. Хотя защитник достал его, но мяч уже пересек линию ворот. Смотрите. Да, уже был гол. То лесо. Это был не защитник, полузащитник. Браво, Зенит. Да, но как сыграл сейчас Браво, просто, Андре Вилаш-Бош. Браво. Все идет по сценарию, написанным на берегах Невы. Как вы красиво это выразили. Закончили.